Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Эмерсон Ральф Уолда, 1803-1882 год. Американский писатель, философ, родился в Бостоне, штат Массачусетс. Начинал как типичный либеральный священник Новой Англии. Но в 1832 году с пробуждением веры в душу оставил свой приход. Цитирую книгу «Энциклопедия мудрости» издательства «Росса». Зарабатывал на жизнь чтением лекций и к 1850 году приобрел международную известность. Женился в 1835 году, обосновался в Конкорде, это тот же штат Массачусетс. Хотя география его лекторских выступлений уже включала Канаду, Калифорнию, Англию, Францию. Время от времени он переписывает свои старые лекции, составляя из них сборники, очерки, представители человечества, черты английской жизни, нравственная философия. В 1846-1867 годах вышли книги его стихов. Некоторые его поэмы «Брама», «Дни», «Снежная буря» и «Как конкордский гимн» вошли в классику американской литературы. Умер Эмерсон в Конкорде в 1882 году, 27 апреля. Ну вот, а теперь я бы хотел, это так вкратце биография, конечно, краткая. Теперь бы я хотел почитать немножко его изречений. Бог людоеду будет людоедом, Бог крестоносцев будет крестоносцем, а Бог торговцев будет торговцем. Быть великим значит быть непонятым. В конечном счете, любовь не что иное, как отражение в людях собственных достоинств человека. В молодости мы бываем реформаторами, в старости – консерваторами. Консерватор ищет благосостояние, реформатор – справедливости и истины. В сумасбродстве есть надежда, заурядности – никакой. В сущности никакой истории нет, есть только биография. Вера состоит в признании доводов души, неверие в их отрицание. Во всяком творении гений мы узнаем собственные отвергнутые мысли. Все хорошие ораторы начинали как плохие ораторы. Вы сможете позаботиться о своей тайне лучше, чем кто-либо другой. Герой не храбрее обычного человека, но сохраняет храбрость на 5 минут дольше. Годы учат многому, чего дни не знают. Деньги часто слишком дорого стоят. Добродетели общества – пороки святого. Другом является такой человек, с которым я могу быть искренним. В его присутствии я могу думать вслух. Единственная награда за добродетель – сама добродетель. Единственный способ иметь друга – быть другом. Ну вот, пожалуй, все о Эмерсоне Ральфе Уолда. Американский писатель и философ. Все, пока-пока. До свидания. Кратко. Ну, что-то узнали. Пока. До свидания.